Всем поздрасте. Блин, забыл заснять рой номер 2 2003 года, 23 июня. Но я его, в принципе, видел. Это, в принципе, первый. Наверное, тут небольшой летают. Вот, забираю. И что скажу? Ну, как вот закрывают, наверное, буду пересаживать сегодня. Покажу, что там с ним, еще точно неизвестно. Вот он там, видно, ловушечка стоит. Это вот мой первый рой от 12 июня, который пришел на пасеку. Я его сюда привез, чтобы он здесь облетелся, и потом пересажу уже в улей, в тот, который мне нужно. Вот когда они на пасеку приходят, неудобно. Вот такая лишняя. Это вот опоздуны летают. Вот время уже без 15:09. В принципе, уже все дома, но вот какие-то остались. И что я вам скажу тем, кто хочет заниматься или занимается рыболовством по поводу приманок. Конечно, самая лучшая приманка — это сушь черная и холстик. Но вот на этом дереве я рои ловил, но один, и то в июле, маленький. А сейчас июнь, и пришел рой. Почему? Потому что сработала очень хорошая приманка, самая лучшая приманка. Это у меня здесь недалеко стоял мой улей кочевой. Это акация, как раз вот на акацию я вывозил. С кочевым ульем у меня ничего не получилось. Но где живут пчелы, рядышком туда идут и другие. Вот это проверенная вещь. И самая такая лучшая приманка — это рядом семья, живущая с пчелами. Так, ну все, сейчас вот привезем домой, наверное, буду пересаживать. Совсем уже темнеет. Время уже 10. А сейчас будем смотреть, что с этими. Что-то с пчелами. Можете какой-нибудь порой небольшой. О, есть. Я без дымаря. Прополисом пахнет. Вообще прям. Ау. Что-то, по-моему, жесткие какие-то. Так, потом покажу. Слушайте, ну жесткие, конечно, жесткие. Сразу мне дюлей наваляли. Те, которые вчера пришли, вообще спокойные. Так. Скорее всего, там лес рядом. Скорее всего, люди, конечно, не верят, что есть среднерусская пчела дикая. Но мне кажется, это она. Потому что вон дымарь сразу побежал. Это... дымарем дал. Вот смотрите, это они меда уже натаскали. Они меда натаскали больше, чем мой этот улей командировочный. Но расплода нету. Расплода нет, есть мед. И злые. Значит, сейчас заканчиваю видео. Ставлю на литок гниманку. Завтра сюда от Бакфаста расплод. Как-то так. Все, всем спасибо, всем пока.